Строительство насосной станции третьего подъема по улице Звездной наконец завершается. Объект серьезный и очень долгожданный. До запуска оборудования остаются считанные дни. На сегодняшний момент происходит реализация опусконаладочных работ на этом объекте. В первую очередь мы запустим воду на два водозабора, ликвидируем. Порядка 5000 населения с небольшим получат уже чистую воду после того, как опусконаладка будет завершена. Напомним, с прошлого года в рамках федерального проекта «Чистая вода», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», в пригороде Барнаула реализуется три проекта общей стоимостью более 800 миллионов рублей. На сегодняшний день запущен в эксплуатацию артезианский водозабор с системой доочистки в спутнике. Два объекта также на подходе. Это артезианский водозабор в казенной заимке и насосная станция на улице Звездной. Этот самый большой, емкий, финансово емкий объект. Стоимость этого объекта более 500 миллионов рублей. Два года, 2023-2024, здесь проводятся работы. И сейчас работы находятся в завершающей стадии. Здесь необходимо установить только несколько опор уличного освещения, и работы будут завершены. Все три объекта очень ждали. Благодаря им жители пригорода получат качественное водоснабжение. Например, на новой насосной станции установлен мощный генератор. Он обеспечит водой даже в случае отключения электричества. Мы очень-очень ждали, когда у нас вот этот водозабор будет построен. И очень здорово, что сейчас практически строительство закончилось. Конечно же, это совершенно другое качество воды. Кроме того, принцип работы новой насосной станции в будущем позволит избежать перебоев с водоснабжением. Переключение домовладений планируется поэтапно. Сначала переключат два водозабора микрорайона Октябрьский на улице Гранатовой и бульваре Мирный. Мария Костолева, «День с толком».